Всем привет! Продолжаем видеообзор строительства нового дома для Натальи с севера. Засыпали вот такой вот грунт и утрамбовывают все. Потом уложат сетку. Вот она, сетка уже лежит. И арматура 12 диаметра. Уложится сетка, арматура, будет заливаться монолитная плита. Контроль строительства ведется жестко. Вот делается опалубка для монолитной плиты. Вот такой она будет ширины. Здесь выход для канализации. Вода будет сливаться в септик. У нас какой день идет, все дождь, не перестает. Но дня два еще будет дождь идти у нас, потом потепление. Вот он уже. Но для фундамента хорошо, когда еще дождичек был. Он прям лучше схватывает, чем жара была. Да, вот такая земля в огороде будет. Ну, здесь и был огород. Вот, земля хорошая, черная. У нас глинистая была. Мы два КАМАЗа себе завозили земли, а здесь не надо. Здесь загнать все, спахать. Хороший участок. 5 соток. Забита скважина. А вот наши застройщики, наши боссы, бедные, голодные. Ване даже некогда покушать. Ни семьи, ни детей не видят, все в работе. Было шумно, может, было не слышно, вот забита скважина. Вода здесь хорошая. Вот так будет вода заходить в дом. Thank you.
Рядом же вот тоже такой же дом строится. Один в один также скважины. Через 3 месяца будет дом готов. Ну все, всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, буду отвечать.